О, тут, который тебя сналил, да, помнишь? Да? Да-да-да. Который тут, что это, что? Старший? Да-да-да. Молодой? Не, старший, который сзади едет, низкий, который. Дождь идет. Что случилось? Я сейчас вызову милицию. Да вы... куда милицию? Добрый день. Сейчас это вирус. Добрый день, молодые люди. Добрый. Представьтесь, пожалуйста. А что они делают? Это простите, конечно. Инспектор ДФС. Ну, Сырень. Сержант Дрищев. Откуда? Я гражданин Украины. Гражданин Украины, да. Вы знаете, закон 5? Ты что? Это беспредел, бля. Покойся, что ты орешь? Пожалуйста. Дьяченко Иван Валерьевич. Валерьевич. Да. Запомни, подпиши фамилию. Дьяченко Иван Валерьевич. Иван Валерьевич, сейчас а что происходит? А? А что происходит? Может, мы видели, как вы только что избивали людей. Нам, мне, нам. Да, это мы видели. Тише. Если вы перестанете кричать, я конкретно все спрошу. А вы так что били ногами. Молодые люди, я только что находился в машине Outlander XL. И мы наблюдали, как вы избивали... Outlander? А документы ваши Outlander? Вот стоит машинка. Хорошо, сейчас подойдет. Можно ваши посмотреть? Что, Маша? А кто вы такой будете? Гражданин Украины. А чего вы думаете? Участник дорожного движения. Вы участник? Вы водитель? Я участник дорожного движения. Я пешеход. Вы данный пешеход? Момент. А пешеход не является участником дорожного движения? Пешеход? Да. А вы где ходите? Ну вот. Вот. А что вы спустился? Я узнать обстановочку. А я вижу, как вы избиваете людей ногами. Какие? Думаю. Ногами? Ну-ка, я только что слово образом. Смотрите, вот. Кого? Вот покажите пальцем, кого мы избивали. Его. Вот. Меня. Покажите пальцем. Тише, ребята. Все это. Сейчас вызовем 02. Сейчас вызовем 02. Тише. Давай. Тише. Молодой человек. Вы только усугубляете. Пацаны, попускайте его, вообще не разговаривайте, я буду сам разговаривать. Ваше удостоверение, пожалуйста. Да пробивайся, Сан Саш, давайте мне Николаевское шоссе, 4 километр, давайте, сюда давайте. Помощь, и райотдел сюда. Удостоверение покажите. Да ничего, тут он малолетний беспредельничает, водители тут подпрягаются, которые рассказывают, что кого-то конечно. Мы избиваем. Участник дорожного движения. Участник дорожного движения. Да. Давайте машина. Сюда группу, сейчас будем все включать. Машина, на домашней можно? Машине, вы вам не имеете нет. права. Почему нет? Ну я же гражданин Украины. Вы отказываетесь предъявить мне удостоверение. Вы, молодой да? человек, то, что вы гражданин Украины, это не дает права, чтобы я вам показывал еще удостоверение. Каждому проходящему. Статью 5 милиции знаете? Или не знаете? Значит, между газовой заправкой и Укрнаф. Вы статью 5 милиции знаете? Да, Николай. А можно нагрудный значок посмотреть? А где он у вас, кстати? Продал я его. А чего у вас нет нагрудного значка? У вас, а кто вам сказал, что нет? А почему вы патрулируете на частном автомобиле? А кто вы такой, чтобы у меня вопросы? Я гражданин Украины. Вы гражданин Украины, да. Идите занимайтесь своими делами. Зачем? 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 Я сейчас то, что вы снимаете меня на свой телефон мобильный, я чего же, это не говорит о том, что вы меня что-то будете провоцировать. Я не провоцирую. Молодой человек. Я с вами конкретно. Молодой человек, конкретно любезно. Вы чего ко мне подошли? Я вас приглашал. Смотрю, беспредел. Какого беспредел? Какого избиваете? Кого кто избивает? Ты лично. Ты не надо. Молодой человек. Водитель. У вас есть удостоверение? У меня? Да. У меня есть, только я вам показывать не буду. А почему? Почему? Основания вам буду показывать. Почему? Статья 5 закона милиции. И что нагласит статья 5? Статья 5 закона милиции, сейчас 2 гласит, что по первому требованию гражданина по Украины. По первому требованию? Да. Молодой гражданин Украины вы обязаны. По требованию, молодой человек, буду я требовать. А гражданин Украины может быть только попросить. Ребята, вы что, боги? По первому требованию гражданина Украины. Вы вообще как бы, я не знаю, вы что, боги? Вы такие люди, как мы. Вы получаете зарплату за то, что мы платим налоги. Вы платите налоги. Молодой человек, я точно так же плачу налоги, как и вы платите. Вы же вы нет. Зарплату получаете с нашего налога. Не с ваших налогов. Ну, почему вы со мной так разговариваете? Вы знаете, вами, что а вы как должны... я с вами разговариваю? Ну вы грубо со мной разговариваете. Я с вами, да. Каким образом с вами грубо разговариваю? Ну молодой человек, вы кричите. Ваша фамилия, на меня. Представьтесь. Вот это нельзя делать. Вот это можно, нельзя. Вот это нельзя это делать. Нет. А я имею полное право вас снимать. Да, нет, буду я вам запрещать. А почему? А потому что. А кто вы такой? Я кто такой? Работник милиции. Не только работник милиции, еще гражданин Украины. И вы сейчас на работе. Гражданин Украины. Вы для того, чтобы производить мою съемку, должны меня спросить разрешение. Милиция гласна у нас. А я буду вас производить для того, что для видеодоказательства буду снимать. Ребята, ну что вы? Молодой человек, вы же нарушаете. Вы же нарушаете. Показывайте, пока, кого вы же нарушаете. Сейчас приедем, монтируем будем... Бабки готовы. Да. Бабки готовы. Тише. Молодой человек, сейчас будут бабки готовить. Тише. Кого мы приезжали, скажите. Его. Кого его? Фамилия его, его. Не врубите. Стоять,
скажем. Мы судье скажем, но потом не грубите, никого не грубите. Хорошо, сейчас будем разбираться. Все должно быть правильно. Вот человек сейчас находится на частном автомобиле без значка, не предъявляет удостоверение. Три нарушения. Каких три нарушения? Значка нет, раз, удостоверение. А я видел, как вы ездите на машине на вот этом. Я не езжу. Так я на камеру все снял. Да то, что вы снимаете, это еще ни о чем не говорит. А о чем это говорит? Это ни о чем не говорит. О чем это говорит? О чем говорит? Да. То, что вы патрулируете на частном автомобиле. Да. Каким? Я не патрулирую на частном автомобиле. Ну, хорошо, суд рассудит. Я не патрулирую. Все, я не буду спорить, все, суд рассудит, правильно? Да, рассудит. Все, суд без вопросов. Без вопросов. Ну, а значочек вы не покажете? Вам я не буду ничего показывать. Почему? Вы подошли со стороны, еще у меня что-то требовать будет. Я гражданин Украины. Основания требуют. Гражданину... А я смотрю беспредел. Каждому... Смотрю, бьют людей. Думаю, ну да, думаю, надо что знать, кто. То есть вы видите, как гражданин Украины видит, что два работника милиции стоят. Толпа молодых людей, и говорите, что работники избивают толпу людей. Абсолютно правильно. И вы сидите. Не толпу. И вы сидите. Я никаких мер не принимаете. Вот вышло, что вы приняли. Работнику милиции. А подпрягайте за тех преступников, правонарушителей, которые затеяли драку. Да, пять человек против двух. Да, драку против двух. Что ты пиздишь? Я проезжаю. Что вы врете? Что? Пять против двух. Что? Подожди. Ты усугубляешь свою обстановку. Я не смогу потом помочь. Мы ни за кого не впрягаемся. Мы не впрягаемся. Мы увидели, что вы их бьете. Мы бьем. Да, мы ехали и увидели, что вы бьете. Ваши мобильные телефоны вы можете выключить. Почему? И при доказательстве, понимаете, да, что вы там будете выкидывать в интернет, это все фигня. Я вам сразу говорю. Просто мы увидели. А что вы видели? Что вы видели? Мы проехали, смотрим, вы бьете. Били человека? Каким образом мы били человека? Как это вы только что били человека? Ногами били. Ногами, да, вот и хорошо. А мы посмотрим на видео, что вы рассказываете, что вы снимали, что я бил лично. Ну, конечно, посмотрите. Какого именно мы человека били? Мы гнались вот так вот ногами сюда били, да. А вы знали, почему мы гнались? Вы не знаете. Почему? Я что-то не видел, чтобы вы хотели поинтересоваться. Ну да, мы думали, может, вам помощь надо. А вы не представились. Может, вы сейчас не милиционер. Для того, чтобы оказывать помощь, не надо снимать сразу видеокамеру. Правильно? Почему? Вы сейчас, смотрите, не представились. Для того, чтобы были... Не показали удостоверение. Может, вы не милиционер. Представляться, если надо было сильно. Я не должен представляться. Я хочу сильно помощь. Что вы тут стоите? Нет ваши значки. На какой вы машине работаете? Вы с дома? Мы пешком, молодой человек. Мы пеша патрулировали, так, еще раз объясняю. Пеша патрулировали. Ой, вы пеша патрулируете. Вы на машине гоняете. Но вы отказываете, да, представители? Вам? Вы мне отказываете. Вы работать не хотите дальше? Вы мне... Вы не хотите дальше работать? Не, ну... Я не хочу дальше работать, а вы меня что будете... А что случилось сейчас? Что, вас остановили только что, да? Остановили вообще без повода. Мы говорим, что мы нарушили. Да, кто за рулем был? Вот он был. Вы, товарищ прапорщик, беспредельщик. Нормально не пил? Не, все трезво, абсолютно все в порядке. Легко. Трезвый, поехали. Хорошо. А почему началось? Почему? Потому что я им говорю, вы не имеете права меня останавливать. Да. Ничего, у вас нет ни значка, так говоришь, автомобиль нет, это они вырывают у меня документы. Вырывают? Да, вы ты что не видел? Ну вы видели? Я видел, как тебя били. Да, вот, это за документы. А он выхватывает у них документы. Я говорю, вы не имеете права, потому что я самый главный гаишник по телевизору сказал, если автомобиль без полосок, не останавливайтесь. Мы остановились, думали, ну мало ли что, палочками. А тут беспредел, мы ничего не нарушили. Иди с главным, кофе, давай на кофе, не давай на кофе? Да, нет, да, ну так, да. Не прямо. Да, ну, мне говорил, ну, да, иди с главным, ну, решай так, вопрос, да, давай идите, ему. Да, этот сразу лучик такой, давай же там. Ой-ой-ой, ребят, ну, что же так получилось, да. Красиво? Да, получилось. Не на, ну, как-то... Что? Со слов человека, адекватен человек. Вы считаете, что ты адекватный человек? Ну, абсолютно адекватный. Да, абсолютно адекватный. Да. Мы сейчас повезем. Не, конечно, да. В любом случае, не отказывайтесь. Да, на месте, да, у вас есть алкоголь? На месте, да, на месте, пожалуйста. Давайте повезем к наркологу. Куда угодно. А что случилось? Человеку никто не увидел. А почему вытянули с машины, почему? Его не вытаскивал никто. Подождите, вы не брали наши документы, вообще не понимаете, что вы нас остановили? Кричите, ребята. Главное, любезно все. Вот человек адекватен, водителя. Представился, все нормально. Остановили водителя за что? За что вас остановили? За что, а ну скажи. Ты нарушил что-то? Нет. Во-первых, он говорит, человек движение в правой, в левой полосе при свободной левой. Ваша машина стояла в правой. Он же сам себе противоречит. У него же машина стояла в правой полосе. Как я мог двигаться в правой полосе? Попроси фотовидеофиксацию. Конечно, куда видеофиксацию? Это беспредел обычно. Тише, ребята, если вы научитесь корректно разговаривать, будет легче, понимаете? Да, теперь сейчас сюда подъедем. Пожалуйста, без матов, без всего. Сейчас приедет наряд, все будет нормально, рассудим, все четко. Без беспредела, понимаете? Конечно. Маршрутный лист сейчас посмотрим. Нам не надо ничего смотреть, просто... Право патрулировать в это время. На какой машине?